Всем доброе утро, зрители и подписчики канала на YouTube. Итак, я уже побыла в ленте, отвела детей с утра в сад, сразу поехала в ленту. Поехала в ленту специально за рыбой. Вчера Сережа заезжал сюда, ее, к сожалению, не было. Сказали, привезу только вечером, но вечером непонятно во сколько, поэтому я говорю, ладно, грызата с утра, говорю, сама сразу доеду и после садика и куплю. У нас сейчас в ленте Дорадо, ну, наверное, везде сейчас в ленте Дорадо. Хотя, может быть, и не везде, по 399 рублей. Как неудобно идти, да еще машина на встречу едет. Поэтому специально за ней сюда и приехала. На улице у нас опять пасмурно, опять душно. Господи, как хочется тепла и солнышка, чтобы можно было пойти спокойно поплавать, покупаться. Тем более сегодня у детей последний день в саду. Но, так сказать, последний день, еще понедельник последний день, но в понедельник мы уже не пойдем в садик. А я не знаю, как с работой. Я работаю, не работаю, буду работать, не буду работать. Все зависит от Сережи. То есть планировали поехать в Людиново на несколько дней, но пока это еще под большим вопросом. Там и папа работает, и, короче, все работают, и покупаться там нигде нельзя. Теперь стало... А только там в каком-то одном, либо двух, в одном месте, по-моему, может купаться. Потому что наше озеро полностью загрязнено. Так, все, я иду сейчас на маршрутку, то совсем неудобно как-то держать пакет. Так, время у нас сейчас дня почти. Мы сейчас приехали в Бежицу и отправляемся на завод БМЗ. По-моему, сегодня именно... Заводу исполняется Сереж. Сереж. Сереж даже не слышит, идет. А, Б. Сколько заводу исполняется? 135? 145. А, 145. 145 лет. Это один из огромнейших заводов Брянска, который раньше работал по всю мощь, сейчас, как и везде, творится неладное. Ладюня, ты здоровался? Привет. Нет, конечно. Сколько? 25. 25 тысяч человек? Хотя около 5. Раньше работала, сейчас около 5. Вот так вот. Разница очевидна. 20. Ты что, все туда идут, не могу понять, по таким колоннами. А мы тоже решили съездить, просто интересно посмотреть сам завод, что находится внутри. Там как бы экскурсия по заводу будет. Зашли мы на территорию завода, тут вообще народу просто... Что интересно, в принципе, много чего, да, Тань? Для детей аквагрим есть, все красить. Тань, иди с Владиком покрасить тепловозик. Там флешмоб сейчас будет. Здесь дети на тепловозе. Владик, пойдешь? Я пойду с тобой вместе наверх. Там дети, Тань. А на ЛТЗ его не было уже тоже, наверное? Вот он ни разу не был. Ну, типа нашего ЛТЗ Людиново, здесь БМЗ Брянский. Машиностроительный завод. Старый даже. Да, ты слышишь? Там даже, ну, первый тепловоз старый даже есть. Ныряем, ныряем. Здесь что-то будет. Тут же детей теряют. Туалеты есть. Сейчас посмотрим. Коленчатый вал для судового малогабаритного двигателя. Находится эта штучка. Затавливались. Судовой многооборотный дизельный двигатель. С 61 года выпускался он. Вот такая макина. Тепловозный дизель. Тепловозный дизель. Полная мощность какая, 3000 лошадиных сил, 86 года, готовлено 1402 единички. А? Парень, нас фотографируйтесь. Вау, это вообще щелкает. Очень много народа, очень-очень. Несмотря на то, что сегодня пятница. Сегодня... Да, это рабочий день. Какой рабочий день? Ну, здесь много такого же, конечно, взрослого поколения, с детьми. Конечно, не залезете. Это вот он, Вали, только может залезть, все. Надо вон там отдать. На том хорошо сфотографироваться, да?
это вагон. Все, открытие, правда, праздник. Сейчас должно было открытие. Все, открыли, да, праздник? Ну да, сейчас. Пойдем посмотрим. Тут портрет руководителя завода. Попры. Такие тоже единого делали на мехзаводе. Такие хапры делали поменьше. Где у нас? Хапры, да. Давно, я не знаю, сейчас не делают, наверное. Ну, они же девушки. Чего вы ее стулечки? Ну, это же старинная вещичка. ТМ-12-21. Посмотрим, что там много всего. Ну, что ты? Вот такой провод. Вот 1870 там построен. В 1897 году на Брянском заводе. Завод 1873 года. А, нет. Да, напитки, булочки, все такое. Так, наши полезли на тепловоз. Варик. Пока. Что, вас фоткать? Маленький катает паровозик, когда паровозик маленький, и народу очень много с людьми. Сейчас, наверное, пойдем в музейную. Это остановка музейная. Надо дождаться Татьяну, где-то они залезли опять на паровоз. Флешмоб. Там туда пошел уже. Основатель Брянского. Вонин. Опять укусили? Таня! Егор, Егор! А, Тань! Тань, пойдем в музей! А? Мы пойдем в музей! Да. Тань, в музей! Что, флешмоб ушел куда, видно, на площадь? Мы идем в музей! Так, мы уже в музее БМЗ. Ну что, надо полностью обойдем, посмотрим, здесь основатель завода и все так начинается. Это не Ермаш! Обойдем этот весь круг. Маховик. Да. Основатель завода. Интересно. По поводу. Вот уже в 15 году. В 2015 приезжал Николай II поселок Бежецкий, Брянский завод. Приезд императора Николая II. Потихонечку такой небольшой выставка была к приезду императора. Дальше же пошел революционный период. Ильич Ленин, Владимир Ильич Ленин. Спасибо.
композиция землянки. Это года Великой войны. Позиция движения. Сделал бронепоезд номер 2 за родину назывался. Брянский завод. Так, ну там уже портреты. Там уже послевоенный период производства. Давайте посмотрим. Станок полторезный, самодельный. Очень много народу. Станок вертикальный, еще один. Вот еще одна тропа. Лазер. Флота. Старые парады зеленой воды. Такой еще лукомойник самодельный раньше были. Теперь крайничка. В 58 году, 1958 года начали тепловозы делать. Был выпущен первый. Тепловоз маневровый. Такие. Такая 1960. А это станок? Да, да. Да, вот зелье делали. Вагоны дымные. Вот и газированные. Такой стол, директор завода, наверное, вентилятор, лампа, телефоны. Славик будет директор завода. Фотографироваться. Производство довольно зелень. Богатый стоит завод. Нет, подвил вот эту штучку. Засунуешь, он показывает, да, белом экране. Диафильмы. Старые. Машины такие же у всех нам были. У нас чуть-чуть за ремонт. А у нас все такие были. Дедушка, бабушка. Наверное, я такого не помню практически. Ой, я испугалась в музее. Велосипед, коляска и совсем не было. А? Совсем не было. Мне получилось на половине. И котел у нас. А вот это вот что такое? Качалка? Нет.
детей. Это уже современное, да вот сегодня. Уже не то. Сразу. Грамоты, медали. Кубки. Ну, что-то эту штуку вытащил. Домой забыл, да? Это вот современные паузы маневровые, магистральные. В наше время 6-й год, 2006-й. Такие сейчас выпускают. И вот такие сейчас выпускают. Грамоты. Профессиональное мастерство. Новые кадры, участники. Кстати, 20-й годов работал на пару. Гудок, 20-й год. Это же не заметский. Гудел. А? Гудел как. Вот так, гудок, так. Ну да. На пару работал, написано. Которая от распределительной паровой трубы шел в водку. Ну, работал от пара, которая написана. Да, да. Ну, как у нас тоже водилишь. Ну да. На заводах. На ЛТЗ и на Мучелунке. Так, ладно, все, посмотрели. Выходим. Такая фотовыставка была. И здесь тоже у нас сцена. И, говорил, да, будет большой завод, огромная площадь, конечно, там не сравнить. Побольше, конечно, чем у нас в ЛТЗ. Тут будет петь группа Любэ сегодня, или гость. Когда она будет, не знаю, короче. Приглашенные. Гуляем. Так, мы дальше гуляем к заводу. Это новые корпуса. Там называется корпус М. Это корпус М. Уже нового материала сделано, пластик в окна. Проходили там рядом 4-й цех, был такого старого же образца советского периода, послевоенного. Вот. А это, походу, уже тоже административный корпус, большой, как обычно, ну, везде на заводах. Наподобие такого сделано. Посмотрим, что там. Там красиво тоже цветов сделано. Большой, мне кажется, что... Территория в ширину очень огромная, да. Даже не знаю, сравнить. Большие заводы. Посмотрим, что там. Пойдем сфотографироваться на той вот. Цветы. Вот старые котельные мы проходили, вот старые корпуса. Такие. Ну что, хозяйственные. Вот так. Много такого, да, вот полей на зелени. Очень много. Вот там дальше просто вот. И вот старый корпус тоже там вдалеке. Что там неизвестно. Административный старый корпус. А, БМЗ. Цветочками сделано красиво. Да, смотри, красиво как, да? Зашли мы уже в цех. Тут, походу, металл такой прокатный. А запах завода и цеха ничем не сравнить. Сразу вспоминается. Вот. Здесь не работают сегодня, просто нет каких-то дверей. Тоже душно, потому что все это для цеха, с этими крышами, с этими вот. Здесь, конечно, все равно нагревается сильно. Когда все заработает, извините, то тоже будет тепло. Вот. Такие шлифовальные, не знаю, я не станочный, конечно, такой кран консольный. Также краны мостовые. Есть, которые крановщиками, есть и без крановщиков, наверное, от кранбалок. Вот эти кранбалки везде консольные. Станки, Владик. Видишь, станки такие. Не станочник, даже не знаю, если честно. Все вырезается. Вот здесь вырезается. Видишь, какой-то металл. Тара. Чисто, все ухожено. Как полагается, на день открытых дверей на таких заводах. Таня пошла за водой.
тут уже с ЧПУ станки. Вот, смотри, что тут у нас. Размер, отклонение, форму все это делают. И что тут на столе. Деталь. Как уложить, замерить. Все дело. Видишь, стеллаж готовой продукции. Что делают? Уголки. Вот что написано, видишь? Все из металла. Как называется? Не знаю, поясним. Вот. Там, наверное, АТК или что-то такое. Хозяйственный инструмент, чем убирать рабочее место. Ну, все как обычно. Вот. И здесь кохлер. Что такое у нас кохлер? Машина листоправная. Ну да, вроде металл здесь. Металл. Связано все. Все связано с металлом. Вот. Завод, кстати, мне кажется, старый. Просто все это снаружи обновили. Видишь, потому что кирпич, все, стены старые, обновили просто снаружи все. А так все. Ну это не. Почему не старые? Это уже обновляет, полы заливает. Быстро сейчас. Таня стоит с водой, ждет. В комнате мастеров взяла. Комната мастеров большая. Тоже комната охраны есть. Здесь все связано с металлом. Все это делают, вырезают. У нас сегодня будет влог, экскурсия по БМЗ. Так, мы уже прошли тележечный, кстати, корпус. И дальше идем. Большой, конечно, цех, очень большой. Сейчас пройдем дальше. Как запах, Татьяна Сергеевна, завода? Нормально. Она не знала, что такие запахи есть на заводах. Они есть. Здесь, конечно, все отлизано. Выкрашено. Как обычно, у нас готовится месяц-полтора до этого дела. Начинает красить, два. Мне кажется, тут то же самое. Технологии ПДО. Вкусно пахнет. Вкусно? Здесь краска уже пахнет свежей. Вот. Кислородная. Здесь, наверное, детали, уже склад деталей. Там проходили участок лазерный, тоже резки. Мониторы там стоят, показывают все это дело. Ну-ка, это что у нас тут? Какие-то печи, да? Пойдем посмотрим сейчас. Пойдем посмотрим. Ну, там дальше можно посмотреть. Сейчас. Какие-то печи, наверное. По качеству охраны. Люк. Даже покрашен. Это типа термичек. Скорее всего. Тут открывается ворота. Скорее всего. Что это? Здесь краской пахнет тоже. Как там последний пролет? Здесь краска, мальчик. А, это малярная. Отлично. Ну, кто ли знает, не знает. Бытовки. Туалеты. А? Вода? Ну да. Потому что жарко тут. Еще раз, тут жарище. Я не представляю, какая тут, скорее всего, жара. Вот испытание колесно-моторного блока. Показываю. Большой завод. Очень большой. О, там колесные эти стоят. Вот здесь, ну, для стружек. Видишь, стружка. После этого. Отходы. Это везде одна. Сейчас участках, где есть станки, где есть стружка от металла, ладик, видишь, ладик, стружка от металла, тара под стружку. Тут. Все дело делается, сверлильные станочки. Кого? Ну, цех не знаю, тут участков много, цех не знаю. Там и тележечные, и резко здесь. Здесь вот, сверлильная. А? Здесь? Я не знаю. Здесь сверлильные станки, я не знаю. Вот, сверлильный станок. Станок, ну да, сверлильная. Радиальный, сверлильный. Ну, там уже с компьютером связан. Это где-то у вас сцена.
кран-балки, как и везде. Ну, здесь большие кран-балки тоже. Вот кран-балка, вот она. Вот. Вот она, большая кран-балка. С Владимиром до 1 тонны. Новеньким тепловозом. Они полностью прогрунтованы, и что-то с ними тут еще делают. А там уже стоит РЖД-шная краска. Сейчас туда, наверное, пойдем посмотрим. В принципе, там все, наверное, там есть. Да. Больше ловить нечего. Владик, туалет нужно ловить. Что ловить? Туалет не знаю. Начальник цеха. Пойдем, а там выйдем с той стороны, да, уже посмотрим. Конкурс работ своими руками. Ты вышивали из бумаги. Классно, да? Хочешь такой? Ага. Красота. Дети-то работают. Внутри паровоза. Паровоза, как бы сказала. Понял. Какая здесь. Смотри, сколько всего. Я не понимаю. Все, тут время тут. Да, давай. Саня оставляет пожелания, либо поздравляет. Что, ты места не нашла, Зань? Автографы с пожеланиями, поздравлениями. Так, все, выходим. Забирать Вероничку, не любим тренировку. Хорошо провели время. Познавательно. Ильюшкин! Ильюшкин! Так, пошли, Илья, пошли искать нашу Веронику. Мы уже приехали давно из БНЗ. Сходили. Сережа забрал Илью, я забрала Веронику. Точнее, я забрала Веронику уже станция, у ее Диана забирали. Так, и Вероника осталась гулять с Лерой и с Дианой на улице. Но пошел дождик, и они, соответственно, зашли домой, пока я ходила домой за Ильей. Сережа сейчас с ним пойдет на тренировку. А я сразу беру Веронику, пойдем тоже с ней домой. Аккуратно. Так, мы давно дома. Что, болит? Ну, расскажи нам сегодня о своих приключениях. Вот такая у нас бочина расцарапанная. Где ты сегодня, расскажи нам, упала? На дереве. Вероника лазит по деревьям, да? Там собирали колючки, я ударилась. Да, вот так летела сегодня, собирала колючки она. Ты знаешь, сколько мне колючки я подарила? 1, 2. После того, как ты ударилась? Да. Ну, конечно. Ну, садики мне дали. Ну, естественно, чтобы тебя рёву-корёву успокоить конфетками. А, на ужин у нас сегодня будет рыба, как я и говорила, мама, что ездила. Персик. Ездила в тайну. Дорада с утра. С утра. Она у меня уже замаринована. Я когда пришла, пока Вероника была на улице, успела ее почистить и замариновать. Персик. Сейчас, дай помою, дочь. Также почистила картошку и почистила кабачки. Сейчас буду готовить. Кстати, сегодня первый раз буду запекать рыбу не в пергаменте, а в рукаве. Так как пергамент у меня закончился, честно, что я о нем вообще и забыла. Попробуем, что получится в рукаве. Думаю, в принципе, получится не совсем уж и плохо. Да, дочь? Вкусно? Сейчас, зайка, сейчас прибавлю. Тут у нас целовашки, обнимашки только что были. Ты поела уже, Муся? Быстро. Все в сборе собрались. Одна кушаете, стоит. Другая кушает. А другая вроде как. Уже наелись, называется. Потом выкладывала. Так. Не знаю, как ты будешь мыться. Не знаю. Не трогай ничего, сиди спокойно, чтобы там помажем. Картошка, как я сказала, что готова. А у нас рыба дорада. И порезала помидоров и огурцов. Я хотела запись.
Спасибо большое всем, кто были на трансляции вместе с нами. К сожалению, я не смогла закончить трансляцию, почему-то прервалась связь очень резко. Поэтому всем большое спасибо за ваши вопросы, за ваши комментарии. На, доставай. Огуречек. Вот вышел человечек. Все, будем кушать. Мама вам рыбку очистит. Не порежет, очистит. Тупо, а кто подашь? Где вы такую вату? Ты все сказал? Мама, так, где? А кто у нас вот завтра хозяйка? Кто? Кто-то. Короче, завтра мы с Ладиком уезжаем в Людиново. Ехать вместе, не вместе. В итоге вместе не получается. У Люши тренировка. И тренер сказал быть обязательно, да? На тренировке. Мама, я с кем буду? С папой поедешь. Плюс ко всему, мы хотели еще в одно место попасть завтра в Людиново, но не получается уже. У нас это сделать кстати, завтра. А, кстати, в Людиново там будет, где папа был в Иванцово. Не будет там ничего уже, Люш. Почему? Не будет. Аккуратно, Вероника. Прикройся. Пройдет. Уже не будет, Илья. Уже не будет, я тебе говорю. Да. Ложись, дочь, ложись. Ложись, моя солнышко. Мама тебе помажет мазью. Ложись, не прорывайся. Все болит. Болят ребрышки наши маленькие, царапины. А все, мама будет мазать тебя, господи. Так, ну что. Так пошел наш сегодняшний день. На это будем с вами прощаться. Всем пока. Да, всем пока. Всем пока. Ладик у нас там уселся на кота. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами завтра. 21 июля. Пока-пока. Уже каникулы. Да, сегодня вас. Ну, еще понедельник этот учебный день. Сейчас на каникулы. Садовский день. Но мы уже не пойдем в сад в понедельник.